Добрый день, дорогие друзья! В этом видео бы хотелось приготовить ликвид для прикормочной смеси под названием Robin Red. Для этого нам понадобится 400 мл воды и 350 грамм сахара. Чтобы быть проще, 2 к 1. 2 чашки воды, 1 чашка сахара. Включаем плиту и ждем, пока наш сироп начнет кипеть. Нужно постоянно помешивать, чтобы растворился сахар и ни в коем случае не пригорел ко дну. Наш сироп закипел. Дайте ему покипеть, ну, минутки 3. Если вы хотите, чтобы у вас был ликвид прям очень густой, чтобы он прям вот так тянулся, тогда вам нужно делать 1:2, то есть 1 стакан воды, 1,5 стакана сахара или 2 стакана сахара. Нужно сюда добавить лимонной кислоты. Вообще на такой объем достаточно чайной ложки, но я добавлю чуть больше. Я вот добавлю почти столовую ложку. Вот смотрите, реакция пошла. Помешаем. И сюда нужно добавить еще обязательно соду. Сейчас минутку. Кислоту добавили. Подождите минутку. Пусть еще минутку прокипит. Не надо спешить. В этом деле спешка ни к чему. Так, и чтобы все это у нас резко не полезло наверх, выключаем плиту. И когда процесс кипения остановится, еще выжидаем минутку, 1,5 минутки. И добавляем столовую ложку соды. Я где-то добавил, наверное, 2 столовые ложки, если считать без горки. Запах классный, карамельный. Теперь нужно подождать, пока он остынет немножечко. Нужно добавить другие ингредиенты. Это красный молотый перец острый. Вообще на 400 мл плюс-минус выкипело 350 мл у нас получилось нашего сиропа. Нужно где-то 2 столовые ложки. Я столько добавлять не буду. Я добавлю, наверное, 2 чайных ложки. И сюда же я еще добавлю вот такой вот ингредиент перцовый. Он должен быть, ну, прям острый. Ложки 3-4 столовых можно добавить. Все, и теперь все это дело перемешиваем. Аккуратно только смотрите, чтобы это не попало вам в глаза. Если попадет это в глаз, вы будете крайне приятно удивлены, насколько это неприятные ощущения глаз выжигает на раз-два. Наш Robin Red готов. Осталось его только залить в бутылочку. Вот такой ликвид у нас получился. Хранить его в холодильнике месяц. Использовать грамм 250 на килограмм сухой прикормочной смеси. Теперь самое главное — поставить его в холодильник и сказать жене, что это просто вишневый сок. Да. Наливай, пей, пробуй, дорогая. Шучу, шучу. Не дай бог, конечно, не дай бог. Я попробовал буквально капельку на язык, это просто гремучая смесь. Он выжгет, наверное, все, что только можно. Но если вы хотите убить траву или какой-нибудь виноград, сорняк где-то в палисаднике, самое-самое убойное, наверное, средство. Можно им воспользоваться. Так что он предназначен не только для рыбалки. Главное, не перепутайте его с вишневым соком. Пишите в комментариях, друзья, какие ликвиды делаете вы, какие самые популярные. Или вы доверяете только покупным ликвидам, сами не изобретаете, не делаете, не пробуете. Отпишитесь, мне будет очень интересно.